Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт, зовут Пиксельмон, и добро пожаловать в наш 5-й сезон в 54-ю серию. И пока ночь, пока еще темно, и мы можем быстренько куда-то слетать, мы слетаем быстро на остров, 2400-1300, минус 2400-75-1300. Твою мать, куда я опять ты пыхнулся? Минус 2400, минус, ага. Так как, ребята, я говорил то, что вдруг кто-то тут ночью заспавнится. Плюс к тому, мы даже если никто не заспавнится, то мы обычно будем прокачивать наш орб. Только я не знаю, я на этом островке был или где-то в другом месте. Может, тут где-то. Нифига себе, грибной биом мы нашли. Я не знаю, ребят, тут есть где-то дип. Океан рядом. Если да, то значит это мы тут были. А если нет, значит не тут. Тип океан тут есть, но в принципе ладно. Ну вдруг заспавится, вдруг нет. Так что будем ждать, ребята. А пока никто не спавится, мы, наверное, быстренько прокачаем наших покемонов, конечно, если, в принципе, много опыта даст. Мы, конечно, сейчас уже можем быстренько пойти. Давайте, знаете что, давайте, может, Ларвесту не будем прокачивать. А давайте, я не знаю, может... Сразу прокачаем сначала Метанга, а после Метанга Ларвесту, потому что в одно время двух покемонов качать это реально очень долго. И плюс к тому Метанг, ребят, уже эволюционирует. Ни хрена себе, как-то быстро. Тогда мы его к 60-му не будем качать. Нахрена мы его будем качать к 60-му? Тогда к 50-му или к 45-му? Какой он там? Метагросс. Ух, ща. Конфуз нафиг нам не нужен, если честно. Он уже, ребята, он уже 45-й. Ну тогда мы его будем прокачивать еще 5 уровней и на каком? На 50-м, ровно на 50-м уровне, ребята, мы его выкладываем. И это очень круто, потому что ему еще 5 уровней осталось. И все, метагроссишка, иди-ка ты гуляй. Фу, и потом возьмемся за Ларвесту. А то еще тоже, она, наверное, еще, она вроде, ну, если ты хилиться будешь, она еще на большем уровне эволюционирует, поэтому это, ребят, это еще больше жопы мы ее будем прокачивать. Но все же, то есть, Метагросс уже 46-й. Нужно, ребят, согласитесь, что нужно. Если бы мы не сейчас его прокачивали, значит, ой, твою мать, а, убили нашего Метагросса. Конечно, знаете, было бы еще круто, если бы мы находили боссов днем, то мы бы еще его тоже прокачивали. Но так как мы не находим, вот то туда эволюционирует, круто. Круто, ребята. Давай то туда лишка. Кроконав. И кого еще нам осталось ловить, это Пиплопа. И, в принципе, все. Если мы словим Пиплопа, у нас будут уже все статовики, ребята. Полная коллекция, можно и так сказать. Так я же изучил, что ты хочешь. Полная коллекция, ребята, стартовиков у нас будет. Так, и плюс к тому, не забывайте, что мы прокачиваем орб, и следующим, точнее, следующей легендой у нас будет, конечно же, Артикуно. Но если вдруг, конечно же, сейчас через пару секунд не возьмет и не заспанется, там Лугия или еще кто-то. Да, Кьогур, да, мы о тебе намекаем. Давай, пора уже. Ну, 299, в принципе. Не скажу, что много, но не скажу, что за день мы, точнее, за одну серию мы это прокачаем. Долго, если честно. Потому что еще нужно искать. Ну, как искать? 300 покемонов, короче. Если так считать, полностью 300 покемонов. Не знаю, долго это или нет, но... Сойдет, то есть. Для Артикуно. Так, ну что, ребята. Никто, как вы видите, никто не вылазит, в принципе. Как всегда, ничего нового. Зато будем 8 нафиг уровней убивать и будем крутыми, да? Так, еще тебя быстренько. Все же нужно, то есть, ладно, пофиг. Фух, да, ребята, короче, не хотят водные покемоны вылазить. А знаете, в чем прикол?
То, что на новой версии луги очень баганые. Знаете почему? Потому что, давайте сначала вспомним. В предыдущем сезоне, в четвертом сезоне, вы помните, что у нас творилось вообще с Кьогром? Ни Грудо не спавнился, ни Мью не спавнилось, никто не спавнился. Если спавнилось, то, в принципе, по своему желанию, по спавну, может, раз там в пару серий, если мы, конечно, туда шли и пытались словить, да, или найти кого-то, то Кьогр там... Не Кьогр, а... Допустим, Ю, Грудон спавнились, ну, как обычно, если мы там 5 серий находились в джунглях, то в одной серии, может, кто-то бы и заспавнился. А вы помните, что у нас вообще было с... что у нас вообще было с Кьогром? Когда мы приходили на наш остров в прокачке в предыдущем сезоне, то там нафиг за одну серию у нас спавнилось по 5-10 Грудонов. И это, в принципе, если честно так подумать, то не совсем нормально. И сейчас не на этой версии, что я сейчас, а еще новая версия какая-то вышла. И там точно такая же ситуация, только с Лугией. Знаете, почему я это взял? С чего я это взял? Потому что недавно открылись мои сервера. Кто знает, кто не знает, ссылочка на них в описании. Вы можете зайти, в принципе, поиграть на них. Я буду вам всем рад и буду всех рад вас, ну, вас там видеть, если вы, конечно, туда придете. И будете, в принципе, играть вместе со мной там. Сивадл, иди-ка ты сюда, левел болл. И знаете, почему у меня возник такой вывод? Потому что сегодня, нет, не сегодня, вчера, у меня открылся еще один сервер, то есть платный, да? У меня там есть один бесплатный, есть один платный. Кто хочет, я еще раз повторюсь, можете зайти, в принципе, можете там играть вместе со мной, вместе с другими игроками, кто имеет желание. И, короче, знаете что? Открылся платный сервер, и в первую же ночь, у меня за 2 минуты заспавнилось больше, чем Лугии на сервере. Потому что у меня там спавн находится в море, да? И там игроки находились, и за пару минут заспавнилось около 10 Лугий. Я думал, ну то есть, ну ладно. Вдруг, знаете, вдруг какой-то спавн очень большой, нужно его порезать. Попросил, ребята... Порезали спаун легенд в 9 раз, только чтобы проэкспериментировать твою нафиг. Действительно ли это так или нет? Порезали спаун покемонов, короче, округлим в 10 раз. Захожу на сервер, первая ночь, пум. Уже не 10 луги спавнится, но зато уже 5 луги спавнится. Короче, знаете, была такая хрень, что за 3 секунды заспавнилось около 5 луги на сервере. То есть на сервере за пару секунд заспавнилось 5 легенд. Ну что самое смешное, что Кьогр не спавнился. Ходили по другим биомам, там джунгли, и там где Суйкун, там где Энтей, Райкоу. Никто другой не спавнился. Пошли в море, стояли в море на нашем спавне. Пум, за пару секунд заспавнилось пару логий. Поэтому, ребята, я не знаю. Это реально. Они опять что-то забаговали там в новой версии, поэтому там куча логий спавнится. Поэтому, ребята, мне кажется... Не стоит, если честно, не стоит еще переходить. Там Ашавот, но он у нас уже есть, поэтому не говорите: Эдисон, ты Ашавота пропустил. Как ты мог? Он у нас уже есть, ребята, поэтому не нужно его нафиг. Оставим вообще этого Ашавотишка в покое. Пусть себе там дружок гуляет, бродит, карабодит. Поэтому, ребята, тот, кто мне говорит, что Эдисон, поменяй-ка ты уже новую версию, точнее, вот эту свою старую версию, поменяй уже на новую. Ребята, то я тем отвечаю, что... Вот такая хрень слуги, что если сейчас обычный спам, да, Райкоу, если честно, нас немного иногда троллит, то что уже 2 раза спавнился, а больше никто другой, ну кроме Грудона еще, да, то на новой версии, ребята, это вообще жопа будет. Если мы зайдем в океан, и тут сразу куча луги заспавнится. С одной стороны, это, конечно, круто, потому что у нас будет сразу новая легенда, но с другой стороны, это, можно сказать, будет через баг, потому что, сами понимаете, да? Твою мать, я уже перекачал Метагросса. Да ладно, пофиг. Пофиг. Не буду я же его теперь к 60-му, да, прокачивать. А пока ночи нету, ребята, мы топаем домой. Опа. Зачем мы там будем днем гулять, да, если, в принципе, там никто днем не заспавнится. А сколько? Сейчас мы, ребят, посмотрим, сколько. 270, ребята, за одну серию мы уже прокачали 30 убийств для орба, да? Это круто. Ну что, ребята, выкладываем Метагросса. Если бы я знал, куда его выложить. Давайте вот сюда, допустим. Выкладываем Метагросса.
И кого, ребята, кого вы хотите видеть? Валрейн вместо Метагросса. Кого бы взять, если честно? Я не знаю. У нас уже четвертый ящик потопал, ребята. Поздравляю. Свампер 78. А давайте-ка мы Бульбасавра возьмем. То есть, смотрите. Земляной. Ларвеста. Огняной. Ну и жук. Иви, точно, еще Иви, ребята, нужно сделать. У меня есть... Нет, это там. Сколько у нее? 78. Иви мы сделаем эспионом. Потом Кроконав у нас водный. И также Бульбасар у нас уже получ... Так, сейчас, ребята, дайте-ка я разберусь еще. Это вот сюда. Бульбасар же у нас уже получается травяной, да? И плюс к тому у нас есть магнемайт, который электрический. Сейчас кого мы будем прокачивать? Следующего мы будем прокачивать Ларвесту. И вслед за Ларвестой мы будем прокачивать, наверное, Кроконава к 40 уровню. И потом его сразу выложим. Ребята, дайте-ка мне... Вот. Ух, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Можем, ребята, топать дальше. Фу. Я, знаете, просто сейчас думаю, где бы нам прокачиваться днем. С одной стороны, чтобы заспавнить Мью, но с другой стороны, там никого нету. Там же никого нету больших уровней в джунглях, чтобы было комфортно, чтобы было, в принципе, комфортно нафиг там прокачиваться. Поэтому я не знаю, стоит ли вообще туда идти, если честно. Не знаю, честно, ребят, нужно думать. Просто Мью, знаете, если Мью заспавнится, мы уже нафиг сразу и словим и... Точнее, сделаем клон машину и сразу же сделаем Мьюту. Ребята, я пока что еще не добавляю новые вот эти постройки, я не строю еще пока что ресторан, за что, ребята, отдельное извинение, но на это действительно есть причины, потому что сейчас, можно сказать, занимаюсь серверами, там спаун переносить, строить, опять продавцов делать, и, в принципе, потому что, как бы, проект сервера переносится, и поэтому пока что действительно, ну просто времени нету, я надеюсь, ребята, то, что вы понимаете. Поэтому сейчас как-то действительно нету времени просто, чтобы даже построить там еще парочку участков, чтобы у нас там были, точнее, была новая территория для всяких новых фруктов, да? Поэтому пока что, ребят, извиняюсь, но не могу. А, если бы я помнил, где у нас джунгли находятся, 75 тысяч. Да. ТП хнулся, конечно. Ух. Ну а чё? Нормально. Если, конечно, тут же у нас будут пылесосы, то это круто, но пылесосы вроде только тоже ночью спаются. Вот обломщики, а? Они, короче, все крутые фарм-зоны перенесли на ночь, чтобы люди выбирали. Или на бишарпов пойти, или на пылесосов пойти, например, они же тоже большие уровни. Ну, или пойти куда-то на остров, попробовать словить. Точнее, там прокачиваться и в то же время попробовать словить легендарного, да? Но вот, ребята, Иви. Иви. Мы первую кидаем Иви, да, чтобы ей уровень пошел. Мы же на нее одели шапочку. Экспешир, пожалуйста! Может, да? Может. Нет. Не выпадет нам вот этот экспрессер никогда, короче, как я понял. Один выпал, все, хватит, да? Вот паскуды. Ну ладно. Сколько? Нужно смотреть. 115. Вот там еще босик. Босик-барабосик. Или не барабосик. Сейчас мы пос... Нет, не барабосик, потому что он заспавнился наверху. И не нужно лезть в землю. Вот стоял там полчаса, ждал. Когда я кинул, он сразу же убежал. Вот паскуда. О, точно, Салео. Сало. Я там, ребята, сало вижу. Вот. Замечательно, правильно написал. Они, если честно, тоже большие уровни. Плюс к тому, дивдонги тоже тут вроде есть. Поэтому дивдонгов тоже можно попробовать найти, да? Какие они? Ну, 33. Не скажу, что прям, знаете, огромные, но все же. А Ларвеста, по идее, должен... Хотя я не знаю. Должен... Какой магнемайт? Не нужен нам магнемайт сейчас. Я не знаю, Ларвеста, по сути дела. Ну да, то есть против льда, точнее, огонь же топит лед, по сути дела. Ребята, огонь же топит.
Петли, твою мать, случайно ты бэкнулся. Конечно же, не топит, да? Да, конечно, конечно же, нет. Сфил. Опа, стой, 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 стой! Наконец. Такая мелкая фигня, знаете, даже не попадешь. Ух ты, нет. Нет, нет Ларвеста. Чё нафиг? С одного удара? Ты там не приопупел, что ли? Грудошу с одного удара убил. Хренеть, ребята, что нам сейчас делать? Все, мы уже вообще у нас нету даже... Да твою мать, ладно, убивай. Ща мы тебе наваркуем на твою башкенцию маленькую за такое, что ты убил нашего грудошу с одного удара. Ты там не приопупел, что ли, Фил? Фил, он у нас будет Фил. Не будем мы его с Филом назвать, он у нас будет Фил. Дальше. Опа. Спасибо. Ух. Вот сейчас нам нужен, да, вот этот биом. Твою мать, а. Крайогонал, точно, еще вот этого нужно словить. Твою мать, вот сейчас мы его нашли, да, тогда, когда нам уже кто-то уже сказал, где находится вот этот биом. Сейчас мы его нашли, да. Главное, чтобы сейчас Иви не эволюционировать случайно. Амбриона. Я хочу, конечно, но не сейчас, а чуть позже. Так, сколько там? Нужно аккуратно. 161. Ну, в принципе, не очень много, но все же. А тут, ребята, очень... Сейчас, ребятушечки, мы что-то тут... О! Свайнуп. А я хочу свайнуба. Плюс к тому, нам и так его нужно ловить. Это во-первых. А во-вторых, шани свайнуп — это вообще отдельная история. И залазь-ка ты в наш даскбольчик магический. Я тебе обещаю, это магический даскбол. Ты залезешь, ты будешь тащить всех подряд. Ты мне не веришь? Вот, поверил, ребята. Вот вам подходик, берем листочек в руки, записываем. Вы же знаете, я потихоньку уже свою книгу там создаю. Ждите выхода в ближайшее время. Эдисон, как поймать любого покемона? Способы, да? Так, ну что, ребята, сейчас мы будем пылесосов искать. Ну, в принципе, свайнобов тоже. А знаете почему? А потому что с них еда падает. Ха-ха-ха. Конечно, еды у нас так и так дохренище, да? Но почему бы нет? Почему бы нет? Мы же орб прокачиваем, а орб не зависит от уровня покемонов. Даже если первый уровень, то зачисляется. Зачисляется нафиг в орб. Поэтому нету большой разницы. Иди-ка, пылесосик. О, дивдонги тоже. Плюс к тому, с них тоже еда падает. И плюс к тому, они большие уровни, это круто. Кранч, байт. Опа, нифига себе, ребята. Мы уже к спешейрам прокачали Кроконава к 36 уровню. Там еще босс, нужно еще попытаться успеть его убить. И нашему Кроконавчику еще осталось 4 уровня, ребята. И вот сейчас у нас получается такая серия «Зимняя охота», можно и так сказать, потому что мы пылесосов убиваем. Это нам не нужно. Кто там? Шакл. Шакл, к сожалению, нам тоже не нужен. Покехел. Вот сейчас, да, мы вот этот биом нашли. Зашибись. Я не знаю, будем ли мы тут до утра, вряд ли, потому что уже серию, в принципе, нужно заканчивать. Но то, что Крайогонала нужно будет словить, ребята... Наверное, уже в следующей серии. В этой серии... Убей, пожалуйста. Фу, замечательно. Так. В этой серии я не буду... Там босс, нужно попытаться. В этой серии я никого не буду добавлять. А добавим... Даже не в следующий, а потом еще в следующий. Потому что потом мы добавим уже не 3, не 6 людей, а добавим... добавим 10 людей, да. Я уже хотел... сказать, что давайте уже, в принципе, выложим Ларвесту, но я забыл, что она еще не эволюционировала. Поэтому не сможем ее нафиг выложить. Фу. Ну что, ладно. Ладно, ребята, пока еще ночь. Давайте, в принципе, еще быстренько тут посидим, поваркуем. Вдруг, да не вдруг, да? Конечно, вряд ли, но
можно надеяться. И а нет, фероллигатор, нет, он же эволюционирует не на 36-м, а на 32-м, ну ладно. А, багбайт сейчас. Точно, зачем я буду тогда залазить на Гроудошу, да, если, в принципе, Ларвеста тоже отлично справляется. В том смысле, что у нее же есть атака, она же жук, а жук против воды, в принципе, нормально справляется. Так, замечательно. Ну, 46 уровень. Ой, а, твою нафиг, я чё, на тренера накинул? А, ребята, вы не знаете, а если мы накидываем на тренера на какого-то там 1-2 уровня, то нам зачисляется вообще... Твою нафиг. Нам зачисляется вообще орб, то, что мы убиваем его покемонов, или нет? Вот это интересно. Нужно будет потом проэкспериментировать и посмотреть. Так. Сколько? 249. Ребят, в этой серии мы прокачали около 50, что ли. Как это называть? 50 чего мы прокачали? 50 слотов в орбе, можно как-то и так это называть. Фух. Ладно, вот эту нафиг Ларвесту еще прокачивать и прокачивать. Честное слово. Ой, да. Куда я нафиг кидаю покебол? Нет, ребята, никто не вылазит. Ну, а может, все-таки давайте поуговариваем. Может, кто-то вылезет, как думаете, ребята? Но вдруг. Ну, пожалуйста. Ну, Лугия. Ну, мы тебя очень просим. Ну, пожалуйста. Ну, вылези. Хнык, пожалуйста, Люгия. Мы тебя очень просим. Ты нам всем нужна. Очень сильно. Мы тебя уже нафиг ждем несколько... Какие нафиг несколько серий? От начала сезона я хочу тебя словить. Новую легенду, да? Конечно, это... Этот выбор, точнее выбор, эту должность захватил Райкоу, а не Лугия, но все же. О, давайте как раз сейчас проверим. 245. Лугия. Пожалуйста, мы тебе все очень просим. Ты нам всем очень нужна, честное слово. Вылезай наружу, мы тебя все ждем. Лугия. Пожалуйста. Я не знаю, как тебя еще уговаривать нужно, но... Ой, не то. Ну, в принципе, нормально. А, не, не качается. Нет, не качается, ребята. К сожалению, но не качается. Нет, не хочет. Лугия, паскуда, вылезай с волота. Не, ребята, никак. Такой маневр не сойдет для Лугии. Там нужно какой-то особенный подход. Но я не представляю, какой. Нужно, ребята, выбирать. Точнее, нужно экспериментировать, какие подходы подойдут для Лугии. Ах, ладно, ребят, на этом мы уже, наверное, в принципе, заканчиваем. Наверное, даже тут мы закончим. Была у нас такая небольшая зимняя охота, что, в принципе, очень круто. И перед тем, как заканчивать серию, мы еще замочим Бластойза. Ой, нет, не убивай, пожалуйста. Фу, я случайно. Опа. Опа, 30, точнее 78 уровень. Премьер Болл, да. Да, а я надеялся. Вы знаете, на что, но... Ладно. Так, это... Ух, ну сейчас нападешь. Ну подожди ты минуту, крутишься, верчишься там. На тебе. Вот там еще премьер Болл. Нужно тебе это было? Нет, видно, что нет, но ладно. 239, ребята, за одну серию мы прокачали 60. 60 слотов в орбе, в принципе. Это, мне кажется, ну нормально, если честно. Это действительно нормально. Я бы хотел, только что хотел сказать, что пока ночь, можем еще пойти на бишарпов, но уже рассвет. Так, кого мы словили в этой серии? Шайни Свайнуп, Сивадл. Еще кто-то? Или мне кажется? Вроде все. Еще мы быстренько домой пойдем, посмотрим. Фу, да, Ларвеста, тебе еще, конечно, качать и качать. Нужно мне это было, словить Ларвесту. Хотя я ее даже не хотел ловить, если честно, в том смысле, что я тогда даже забыл. Но все же, она заспавнилась, я ее случайно увидел, ну почему бы не словить, если она перед глазами у нас заспавнилась, да?
Нет, ребята, нет. Легенды паскуды. Кто согласен, лайк, потому что так оно есть. Не спавнятся они, ребята. Не спавнятся, не выходят, не гуляют. Ультимейт босс. Не хочу, ну очень не хочу туда идти, но это самый лучший босс, это желтенький босс. Я очень не хочу сейчас рыться под землю, но другого выбора нету. А самый прикол будет, что если мы еще будем полчаса туда рыться, знаете, а чем мы только туда придем, и Роджин Ролла сразу пропадет. Вот это прикол нафиг будет, а? Это, в принципе, всегда так, поэтому, не знаю, удивлюсь, не удивлюсь. Ну что, потопали, ребята? Пожалуйста, не пропадай. Ты желтенький босс, а желтенький босс это круто. Ты где? Да крылья, дайте нам крылья. Роженролла, ты где? Спасибо, ну конечно не ты, кто нам нужен. Она или не... Вот она, я тебя чуть не профукал. 113 уровень, не убивай нашего Гроудона, пожалуйста. А то я забыл его вылечить. О, замечательно. Ни хрена не выпал, ты что, издеваешься, твою мать, а? О. Ну ладно, ребят, на этом мы уже, наверное, заканчиваем. Я, может, еще сейчас тут побегаю по шахтам. Но вдруг, не знаю, сейчас спущусь куда-то ниже еще. Вдруг алмазики найду. Давайте, ребята, уже, в принципе, действительно на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. Я очень надеюсь, что вы, в принципе, за это поставите огромный лайк, ребята. Действительно, мне очень приятно, когда на серии набирается достаточно много лайков, да, потому что я вижу, что вам это нравится. И, в принципе, вижу то, что вы хотите больше серий, да. И это очень круто, потому что действительно видно, что вам это нужно, и видно, что вы действительно просто хотите больше серий, и за это у меня, знаете, как-то сразу лучше становится, потому что я вижу, о, набрали, о, еще алмазик выпал, то есть, о, набрали нормально так лайков, значит, ребятам понравилась эта серия, в принципе, они хотят еще серии. Поэтому, ребята, действительно, не забываем ставить лайки, это очень на самом деле помогает. Но сейчас, я уже хотел заканчивать, но, как видите, то одно, то другое. И опять где-то там паучки. Вот сейчас ты нам это даешь, да, когда, в принципе, сейчас нам это не нужно. Ребят, я не знаю, в принципе, что тут еще может быть. Я говорю, давайте уже заканчивать. Я еще тут немного полазу. Я просто хочу найти алмазики. Алмазики нам тоже нужны, потому что я хочу себе сделать алмазные печки. Я одну уже могу сделать, но больше нет, к сожалению. Поэтому, ребят, мы заканчиваем. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Вот. Пока.